Всем привет. Сейчас запишем матч. Один против троих. Так, сыграть хотел за Голдберга. У меня созданных есть Голдберг. У него там спир такой прикольный. Вот, Голдберг. Против. Давайте какую-нибудь команду. Так, три человека, я даже не знаю. Кого-нибудь посильнее давайте возьму. Даже не знаю. Пусть это будет. Так. Возьмем Трипла. Батисту. И кого-нибудь тоже из созданных возьму. Хорнсвагер. Так. Пусть это будет. Я не знаю. Пусть это будет Харди. Джефф. Сложность оставила легенду, поэтому знаю, как все будет. Думаю, будет очень трудно одному против троих. Хотя это Голдберг, чё? Не знаю. Чтобы провести спир, нужно еще заработать. Доминировать надо. Поэтому не знаю, как получится. Но не думаю, что я выиграю. Ну так, 50 на 50. Посмотрим, что из этого выйдет. Голдберг вроде похож, у меня Харди тоже. Не знаю, как вам, но мне кажется, похож. Такой вот он у меня WWE Champion. У Сина забрал пояс. Такой чемп. Боксирует. Враги не враги, но смотрел недавно матч 2003 года Голдберга против Трипл Эйча. По-моему, 2003 года. Если я ничего не путаю. Батиста. Не знаю, стоит ли его ждать в ВВЕ, не знаю, без понятия. Но думаю, если и стоит ждать, то не совсем скоро. Хотя WWE гораздо на сюрпризы. Все может быть. Так и Харди. Джефф. Так вот он у нас выходит, танцует. Он у нас тоже чемпион какой-то здесь у меня. Континентальный, что ли? Сейчас посмотрим. Или уже было, что-то просмотрел. Ну да ладно, не суть. А может команды там, по-моему, он у меня с Мэттом Харди командные какие-то чемпионы. Ну поехали. Так вот, отталкиваем сразу. Реверсирую, так вот клю в лицо прям. Трипл Эйч. В глаза. Оп, реверсируем. Харди улетел. Трипл улетел. Батиста остается. Да что ты? Куда там свои пакли тянешь? Бьем по лицу Трипла. Харди улетает опять. Батиста все так же стоит.
Ну так вот мне прилетает от Трипл Эйча. Вот так вот. Суплекс. Что это? Вот так вот. Тоже неплохо. Как у Роудса получается. Прием. Трипл толкается. И мне опять прилетает от него. С колена по лицу. Покажем силушку богатырскую. Ой. Фирменный удар Triple H. Ой, Батиста. Отталкиваем. Харди пускай там стоит. Так, сигнатура. Ой-ой, не получается. Так. Отталкиваем. Попробуем сигнатуру. Блин. Тоже в лицо. Они у Трипла понабрались этих хитростей. По-любому. Воздействует мне на ноги. Опять достается. И опять суплекс. Но же надо сигнатуру сделать. Да не дает мне Батиста сделать сигнатуру мою. Так, 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 так. О, клоузлайн. Что, еще один? Еще клоузлайн. Ух ты. Сальто аж сделал. Ух ты. Сейчас Уэйд Барретт использует такой прием. WWE. Так, у Батиста сигнатура. Это не очень хорошо для меня. Блин, промахиваюсь. Так вот, по спине. А что ты будешь делать? Нужно отойти от их канатов. Такой клоузлайн. Удар по лицу от Батисты. Опять этот прием. Что ты будешь делать? Ой. Ух ты. Ой-ой-ой. Пора злиться. Кто кому сделал первый? Оп, у меня получилось. Нет. Хаммер суплекс, или как он там? Хаммербомб. Хаммер пауэрбомб. Даже так вот. Так мне мешают удержанию. Да уж, нужно мне наклепать всем троим, чтобы выиграть. Чтобы они не мешали. Суплекс. Где там Харди у нас? Трипл досталось. Харди улетел. Попробую сделать удержание. Не получилось, не успел. Батиста уже встал. Реверсируем. Попробую удержание. Там уже, по-моему, все встали. Два. Ну, Харди мне мешает. Попозже, может быть, запишу бой за Харди. За Джеффа. Может, против Панка. Ой. Опять Батиста реверсирует. Передает тег Трипл Эйчу. Бум, спир. Сигнатуру использовал. Ай-яй-яй, попался в сети Батисты. Оу, в живот с ноги. И на колено. На спину. Вот Джефф Харли. Блин, финиш потерял уже. Да что ты, улетел. Не, что я против, сквозь них-то прохожу, а? Выигрываем борьбу. Так, отталкиваем его. Пинаем по спине. Ну что ты будешь делать-то, блин, а? Все-таки на Харди как-то, не знаю,
В смысле, не Джесси Харди, а на сложность Харди. Как-то, не знаю, скучно. Не знаю, почему скучно. Не потому, что я не выигрываю. Ну, как-то, не знаю, скучновато вот. Точнее, на легенде даже. На харде-то может быть как раз самое то играть. А вот на легенде. Если бы уровень легенды заключался не в реверсах постоянных от компьютера, а просто в избиении, ну, тогда было бы поинтересней. Или, может быть, у воротов после, там, не знаю, трех финишеров подряд. Когда реверс за реверсом, это как-то не знаю. И мне неинтересно, да. Да что ты, я не могу попасть почему-то по ним. Может быть, игрок как-то криво создан или еще чего. Не знаю. Но я его сам не создавал, Голдберга качал тоже. Я уже говорил, где качал. Если не знаете, я могу найти и показать. Потом. В группе напишите, если кому надо, кто не знает. Да, хотя уже, наверное, все 12-й WWE играют. Раздал. Толкнул удержание, попробую. Канат, наверное, будет. Нет. Да что ты, мешает. Батист, по-моему, сам вернулся. Опять мне этот, блин, прием делает. Не знаю, как он называется, если честно. Опять Харди идет. И сюда. Да, блин. Посылает меня в угол. Кладет вот так. Пинает в живот. Что это будет? Опять он улетает. Попробую накопить на финиш. Пиццуху покажу. Не будем его пускать. Судья, привет. Не попал. Блин, да что ты? Да, какой-то кривой Голдер тут. Никуда не попадает почти. Суплекс. Реверсирует. Опять суплекс. Уворачиваемся. И спир проводим. Ну тут у Голдберга, конечно, спир покруче, чем у Эджи. Опять два. Мешают. Там у меня финишер был, по-моему. И еще спир. Бедный живот Харди. Биг бут, промахиваюсь. Клоузлайн попадаем. Харди опять реверсирует. Толкаем его. Что будет? Ух ты! Вот так вот, слэм такой вот. Харди реверсирует. Ой-ой-ой, что это будет сейчас? О, это было больно. Мунсолт. Лишь бы он мне лебединую бомбу не провел. Что-то мнется у своих ребят. Втроем они меня, конечно, замесили. Надо было мне еще кого-нибудь. Трипл боится, да? Наверное. Передал Батисте. Так. Вставай. Биг Бут. Батиста Бен Ладен. Что он сейчас сказал, я не понял. Ну да ладно. Раздал. И суплекс. Спир, спир, спир. Не получается. Опять он свою карусельку мне делает. Блин. Трудно победить тут. Я реверсирую, и у меня уже нет сигнатур. Да, блин, да что такое? Надоел Батиста.
Я как-то что-то не замечал, чтобы он такую штуку делал. Может, и делал, забыл просто. Давно не было. Ой-ой, вот это меня бесит. Вот на тоненькую полосочку попасть. Ну, конечно. Я проиграл, чё уж. Следующий бой точно запишу на харде. И за харди. Удачи.